Мое лицо, когда я пытаюсь сразу сделать так, чтобы и Far Cry было побольше на канале, и Метро было побольше на канале, и, конечно же, Мафии было побольше на канале. Не всегда, возможно, это получается, друзья, но тем не менее, я надеюсь, что вы заметили, что перерыва более чем в один день еще ни разу не было в этих играх. То есть, типа, что Метро, что Far Cry, ну, Мафия там отдельно немножко история, согласен, но тем не менее, про эти игры я тоже не забываю. Друзья, всех приветствую, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по прохождению Far Cry 4. Замечательный Кайрат, замечательный Петя Минин, Аджика, не знаю его фамилии, и, в общем-то, потихонечку мы как раз-таки к Пете-то подбираемся маленькими шажочками. Знаете, игра меня просто, на самом деле, посылает нахер. Знаете почему? Потому что... А в меню там есть процентовка прогресса. То есть, типа, сколько процентов я прошел. А сколько бы, блядь, я не пыжился, сколько бы, блядь, я нового не проходил, и всякие дополнительные задания, и основные, и какие-то Шангрила, и мода, неделя моды, неделя месяц, неделя бимки в Керате. Короче, все это я прохожу. У нас есть данные, их надо остановить. Игре все равно по барабану. 32% мой прогресса напишет. Причем, знаете, он так добавляет там 32, запятая, еще там, например, 0,8%. Вот у меня добавляется там, не знаю, сейчас я пройду там 10 миссий, она пишет 32,84, например. То есть игре по барабану, блядь. Она, видимо, хочет, чтобы я прошел тут каждый вот этот вот сидит он здесь, блядь, что-то... Сколько братьев и сестер? Я не знаю, сколько погибло. Блять, я и так пытаюсь, Аджика и так, блять, разрывается на части. Это уже, блять, даже не Артем из Метро, который постоянно получает пиздюлей, за всех все там делает. И то, как-то, знаете, в Метро Исход ему еще, ну, не так сильно достается, как раньше, потому что сейчас у него целая команда, блять, которая ему помогает и так далее. А вот здесь Аджика реально решает вопросы, блять, практически один. Итак, друзья, я предлагаю начать все-таки с задания Сабула, потому что, как бы, основное, да, то есть уже... Именно Far Cry 4, я считаю, что немножко подзатянулся, плюс ко всему хочется уже побыстрее, если честно, посмотреть на Far Cry 5. И все-таки я остаюсь при мнении, конечно, что Far Cry 4 менее безумный, менее все-таки интересный, нежели Far Cry 3. Far Cry 3 это все-таки некая такая классика. Но ладно, в принципе, Far Cry 4 тоже безумия хватает местами. Что это удумал? Что я удумал? Это для меня. Мне осталось решить еще одно дело. Да какое нахуй дело, надо валить этого пейганчика, блядь, и все, пилигримчика, блядь. Это воля Кир. В смысле, он не-то умрет? Не только понял, так мы сможем спасти Керат. Че несешь-то, блядь? Че, пьяный, что ли, или кто, блядь? Она ничем не лучше Пейгана. Сделай то, что должен. В смысле, я должен буду Амиту сейчас убить? Чего, блядь? Он что, с ёбу дубнулся, блядь, или что? Что посеешь, то и пожнешь. Блять, я... Чего? В смысле? А я, не я могу этого не делать? Такси, блядь, стормози! Ну-ка давай вылазь нахуй отсюда. Машину забирай, мне не надо. Блядь, как будто, блядь, решила сама мне ее отдать, а не потому, что я ее отжал. Так, я что-то не понял, в смысле сейчас на полном серьезе я должен буду убить Амиту? Ну, сейчас немножко становится уже, блядь, интересненько. В том плане, что я как бы ожидал, конечно, всего, но типа чего, блядь, ну, ну зачем? Может быть, это все-таки, может, фейканем, блядь, как с Пейганом Мином, как это двойник там Амита, что-нибудь такое. Сабул, ну реально, он что, совсем попутал, блядь? Ну, не надо так жестко, я понимаю, что у них были разногласия, но типа... А Джика ничего не сказал, типа ему похуй, да? То есть, что там Амита его спасла, то, что как бы там она, да, возможно, в каких-то местах, конечно, спорный персонаж, да и в целом не до конца понятно, что она там и как и что. Но так вот сразу как бы, и Джика такой, да, блядь, пожалуй, я, собственно, это и сделаю, без лишних вопросов. Почему бы и нет? Почему бы... Ну подождите, я если честно, уверен, что сейчас как-то это по-другому все обернется. Мне вообще-то казалось, что как раз концовка будет связана с этим. Но я так понимаю, что еще... На нахуй, блядь, преследую гонщика, блядь. Да что встал-то, ебаный, блядь? Я помог, все нормально. Убежал куда-то, блядь. Я вообще-то думал, что реально концовка будет связана именно как раз-таки с этим. Ну понятно, что там Пейган Мин, понятно, что еще про прах надо не забывать, но... Я думаю, что это как-то решится, вот и их взаимоотношения вообще втроем вот это вот, этот тройничок, блядь, разрулится. Я все равно не верю, если честно, ну типа хуйня какая-то, не может сейчас такого быть. Я понимаю, что мы уже близки к самой концовке, ну как бы там плюс-минус остается чуть-чуть. В комментариях я прочитал, что остается 4 основных сюжетных задания. То есть получается уже сейчас... Так, я не понял, блядь, ну все, пизда, тут уже, блядь, разговор не получится нахуй. Слушай меня внимательно. Все, пизда, бензопила моя. Амита попытается убедить тебя отпустить ее. Не верь ей.
Она безбожная еретичка и не почитает наследие предков. Будущее Кирата зависит от того, как ты справишься с этим заданием. Не сомневайся, Аджай, это именно то, чего хотел твой отец. Поступай так, чтобы он мог гордиться тобой. Ну, хотя бы немножко разнообразия, это правильно, надо добавить. Ай, блядь, нихуя, блядь! Кто там, нахуй, такой снайпер, блядь, меткий? Ноускоп! 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 Сука! Иди сюда, блядь! Поджарю, нахуй! Ноускоп прошел. Блядь, что-то сабул. Да ну, блядь, ну не, ну хуйня, мне не нравится, блядь. Ну что за, блядь, ну что за негатив, блядь, повсюду, а? Ну все, пизда. Она как бы... Ты? Он прислал за мной тебя? Стоп! А нет, не стоп. Или стоп! Я ждала этого, но ты? А кому еще хватит духу? Тоже верно. Сабал находит оправдание в слепой вере в традиции, а ты... покорно идешь за ним, как и прочие глупцы? Бля, оба затирают. Оба затирают, блядь. А ведь я и впрямь поверила в то, что ты хочешь лишь исполнить последнее желание матери. Саундтрек прикольный. Сын Махана! Спаситель Кирата! Выполни приказ, спусти курок! Да, нормально же общались все, ну. Воля Киры, да? Ух, нихуя. Я решаю! Блять, опять это как с Кирой было. Не, я не хочу стрелять. Не. А она что сделает тогда? С Нурья тоже пэт, она сама там что-то спрыгнула. А тут что будет? Нерешительный пацан, нерешительный. Неопределенный немножко. Как ты добр, Аджай. Бля. Знай, ты пощадил меня. Ой, блять, оба, все короче, тебя недовольны. Аджай самый плохой, блять, как обычно. И что сейчас будет? Я не убил ее. Сами это и покончено. Напиздел. Это сделают боги. А тебе предстоит убить диктатора. Блять, походу теперь я понял. Видимо, этим самым я сейчас выбор смерть Сабула, правильно я понимаю? Наверняка она сейчас, я сейчас приду, вот у меня появилось как раз задание Золотого Пути. Я наверняка сейчас приду, и там будет сцена, что типа, это возможно такая типа ну... Какой-то выбор-то в конце все равно меня ждет, но здесь, возможно, это тоже было решающе, потому что я ее не убил, и наверняка она сейчас сделает все, чтобы... Пиздец. Блин, ну, естественно, мне не терпится побыстрее попасть вот сюда, учитывая, правда, что у меня там нет никакого захваченного аванпостика, поэтому я предлагаю, в принципе, почему бы и нет. В любом случае, лишним не будет, мы сейчас проедем через аванпост, чтобы там рядышком... О! Пердопёртер, блять! Любимое мое транспортное средство, самое удобное сейчас по традиции, по моему методу захвата аванпостиков. Я сейчас сверху все это дело организую, со своего миномета. Надо, блин, бета, боезапас пополнить, потому что у меня небольшие проблемы там с этим, с циркуляркой. Я из нее сейчас не стал стрелять, но просто ради разнообразия, потому что, ну, это реально читерская хуйня. Но вот когда с Пейганом будем разбираться, там можно будет уже задействовать. Так, ладно, вот сейчас вот, ну, наверняка это просто так, ну, вот это вот решение мое, точнее, не решение убийства Амиты сейчас приведет к чему-то противоположному. К противоположному какому-то сценарию. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну-ка, сейчас мы быстренько тут с воздуха атака. Атака с воздуха, атака с воздуха. Так, бля, где там у нас логово, блядь? Пускай там вызывает сигнализейшн, блядь, похуейшн. Стрелять я, к сожалению, арбалета у меня нет. Я погасил эти самые. Да мне, в принципе, похуй, что там они сейчас делают-то. Сколько у меня? Блядь, 12. Маловато. Но еще есть гранаты. А, нет, блядь, мне на самом деле сейчас, походу, пизды дадут. Ну ладно. Так. Все, пизда. Так, минус. Ага. Так, кто там нахуй еще? Снайпер, ебать. Нихуя, он там пытается попасть по мне. На, нахуй, блядь. Блять, не попал, сука, и так попал. Ай, блять, сука! Минус. Минус. Так, где еще, еще? А что, охрану никто не вызывал, что ли, блядь? Минус, блядь. А что, никто охрану не вызвал? Я не понял, блядь. Ай, блядь. Блядь, он живой еще, сука? Сколько можно-то, блядь? Заебал, нахуй. Пусть погорит немножко. Блядь, что они такие бронированные-то? Блядь. Так, это все?
Блядь, сколько можно-то? Гори-то уже, а! Бронированный хуй, блядь. Кто нахуй? Не вижу нихуя. Ай, блядь! А, вот ты где, блядь. Не, ну ему вообще по хуям, походу. Так, немножко поджег. Так, все? Что ли, нет? А че сигнализацию-то никто не вызвал, я не понял. Так, почему 12 у меня осталось патрон? Они серьезно? А, получается, что я этих оставил толстяков, а они просто-напросто не успели добежать до сигнализации. Одну я там, конечно, случайно вырубил, попав в нее. Ну такое, блядь. Самый легкий вообще, просто... Самый легкий, блядь, захват, который когда-либо только я делал. Типа там три устройства сигналки, при этом никто не вызвал ее. Просто никто. Фартануло, блядь, походу, фартануло. Так, ну ладно, сейчас реально мне очень интересно, что сейчас будет, потому что сейчас уже развязка пошла. Хоть к чему мы, собственно говоря, и шли. И сейчас просто так я уверен, что это все не обойдется. Просто так это не обойдется. Да, еще, кстати, нас ждет после Far Cry 4, перед Far Cry 5, я думаю, вот этот Far Cry Primal, как он там, что-то там. Ой, блядь, что за хуйня? Они... Блять, они по фану, я думал, блять, все, пизда, тут разборки. О, патроны. Еще, еще, все, бери, бери все, пока дают. Так. Главное, чтобы никаких метаний. Ебать. Не, пока. Аджай, мы тебя ждем. Ну я как бы все это... Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейган. Уже? Будет трудно. Понял, блять. Я ну, слышала ладно. Про Амиту. Так она жива только, ну ладно. За ебать патронов тиран. У меня. Короче, я волей-неволей выбрал Сабала, да? Ну ладно, так, записка какая-то. Ну-ка, что написано? До свидания. Я ухожу на юг. Вчера сюда забрел солдат, он заблудился и был голоден. Он сказал, что бежит на территорию Золотого Пути, потому что его поймали на прослушивании бунтарской передачи по радио. Я тоже их слышал, и я принял решение идти вместе с ним. Я больше не хочу жить на севере, хватит с меня Пейгана Мина. У меня нам такое ощущение... Ехать. Бля, мне нравится, что я это буду делать не в одиночку, блядь. Все, пизда. Пизда. Правильно я понимаю? Так, стоп, не понял. А, что? А так, а вот это что? Это типа... Вот, вот же она, крепость Пейгана Мина, нет? Ну да, а почему туда? А, я, пожалуй, на пердопертере. Как-то мне это больше, это самое, привлекает. Реально очень быстро, без каких-либо проблем. Без лишней траты миномета, грандомета. Так, стоп, там в натуре что-то сейчас будет. Ой-ой-ой, сейчас будет жарко, сейчас будет жарко. Не, ну это не концовка, раз я в комментариях прочитал, что еще 4, как бы, это самое, миссии. То есть, если та была одна, это вторая, то есть еще 2. Поэтому, в любом случае, сегодня не финал. Плюс ко всему, как бы, я хотел еще сегодня пройти Хёрка там, а то я его тоже забросил. Понятно, что, скорее всего, все мы не пройдем уже дополнительные вот эти вот. Но, тем не менее... Тем не менее, так, ну-ка. Сейчас, походу, начнется пизда. Там уже, о, все, пиздец. Сейчас будет мясо, блядь, сейчас будет мясо. А, ну понял. А можно с воздуха это сделать, да? Никто не запрещает. Так. Я думаю, что туда залететь я не смогу. Ебать. Ну это пиздец. Все, да-да, я не могу туда, я не могу туда. Я могу отсюда пострелять. Попаду? Блядь, сука. Бля, это жопа вообще полная. На, нахуй, полетел. Давай, давай. На, нахуй, полетел. Так, разъебываю, разъебываю пока по этим. Где еще? Блядь, не вижу нихуя. А кто еще-то? Вон там бегут. Попаду? Да, нахуй. Пусть идут, блядь, похуй вообще. Бля, ебать, я щитерил немножечко, да? И не то, что прям щитерил, но нормальная хуйня. Пока есть возможность, буду так действовать. Где еще? А, вон он стоит, блядь, далеко. Блядь, не попал, сука. Есть! Сейчас я по максимуму разъебу здесь этих, пока они тут набежали, блядь. На нахуй! Еще где? Ебать меня так... Вон еще, блядь. На нахуй! Еще, блядь. Я не попал, сука. Бежит кто-то там. На нахуй! На нахуй! Ладно, плохо приземляюсь, все. Циркулярочку достаю. Так, все. Я готов. Тихо. Да похуй, у меня снайперка, мне поебать. Какими? Да я уже разъебал там всех пулеметами, блядь. Уже там никого нет пулеметом. Бля, сейчас я закину нахуй. Сейчас я тебя подержу, наверное, за яйца, блядь. Разочек, блядь. Ой, у меня, оказывается, уже... Ух ты, блядь, это могло быть... Это могло быть сейчас... Ай, блядь! Ладно, похуй на циркулярку. Да, блядь, что я такой косой-то, нахуй?
Блять, ебать, я охуенно. Просто, блять, просто лайка, блять, спецназ. Просто лайк спецназ, блять. Нихуя не лайк спецназ, блять, потому что... Блять. Вы понимаете, да, насколько я хуёво стреляю? Ладно. Пожалуй, я вылечусь и пойду с циркулярной пилой. Вот здесь она реально понадобится. Так. Эту хуйню сдираю. Хорошо. Пробегаю дальше. Кто тут, блять? Где-то слева кто-то. На, нахуй. Так. На, нахуй, блядь. Еще там кто-то, блядь, за этим самым остался. Не, ну так-то нормально я вынес, кстати, довольно-таки много. С миномета. Так что, идем дальше или вот этого надо сначала обезвредить? Сейчас я его найду, он где-то спрятался, блядь. Все нормально у него. Заебись. Так, идем дальше. Получен бонус XP. Какая радость, блядь. Так. Бля. Понял. Ну, молодец, что видишь врага, я тоже вижу. Блять, ясно. Не фартануло, блять. Так, а что мне надо, через верх, что ли, идти, получается? Получается так. Так, ладно. Наверх. Да, да давай лезь, блять, быстрей. Так, и что дальше, сюда? Здрасте. Приветствую, так сказать. Кто тут еще, блядь? Я не вижу. А, блядь, нихуя ты. Дядя, ну ты попутал в натуре. Не против того попер, блядь. Держать. По-моему, там кто-то сверху. Бля, гранат бы найти. Привет. Еще кто-то сверху, блядь, здесь. Чем, блядь? Кто там ходит, блядь? Стреляйте, стреляйте. Да кого стрелять-то, блядь? Покажись сначала, чтобы я стрелял, блядь. Понял. Ай, больно, блядь. Кто? Ай-яй-яй. Так, чем взрывать-то? Есть что? Блядь, в смысле, прям... А чем я взорву-то, нахуй? Тут есть чем? Блядь. Патроны для снайперской винтовки. Заебись. РПГ какую-нибудь или что-нибудь такое, там, не знаю, если у меня нет с собой. А, по-моему, я, кажется, понял намек. Сейчас попробуем таким образом, если я правильно понял. Так, ну-ка. Ну, что ты стесняешься-то? Ну-ка. Нормальный ход! Кто там, блядь, бродит, я не понимаю. Ворота взорваны, это, конечно, хорошо, но где враги еще? Где-то сверху, сука, я не понимаю. О, все. Иди сюда, блядь. Так, отлично. На машине туда не проеду, правильно понимаю? Не проеду, хорошо. Пойду пешком. Так, все, бегу. Ой, сейчас будет пиздец. Заходите, арсенал. Ух, ебать. Ох, ебать, веселье-то начинается. А мне-то с этой пилой вообще похуям на все. Ебать, там будет сейчас... Сейчас будет жестко, я понял уже. Просто пизда. Просто unbelievable, нахуй. Вообще похуй. Вообще поебать. Просто, блядь, не почувствовал. Просто, блядь, просто вот это вот, вот эту пушку я и ждал, блядь. У-ху! Просто пиздец! Охуеть! Вот я бы сейчас заебался в натуре с обычными пушками. Смотрите просто, сколько я положил, за сколько секунд. Так, значит, что получается надо? Вот сюда зайти. Они просто легли, блядь. Они просто споткнулись, блядь. Что за хуйня, блядь? Заебись. Захват, это что, блядь? Типа просто вот нужно находиться здесь, и происходит захват, получается так. Так, патроны. Ебать, вот это в тему. Ну, нормально, у меня по патронам все заебись. Не, реально, если у меня... Воу, кто там? О, блядь, сюда что ли идет? Не повезло. То есть я просто нахожусь здесь и захватываю точку, грубо говоря, да? Так, ну пизда, вот это, блядь. Просто... Отлично. Можно сейчас попробовать трюк один сделать? А, блядь, показывает. О, здрасте! Это я, блядь. Ебать, чё? Понял. Принял, блядь. Вертушка была лишней, однозначно. Кто там еще? Снизу, блядь, что они тут делают? Вот это в натуре мясо, блядь! Оставайтесь в зоне, да все, остаюсь в зоне. Тихо. Прикрывай. Что тут есть интересного? Ебать. О, здесь можно посмотреть. Блядь, живите, пацаны, живите, я прикрываю. Ха, блядь! Нежданчик, нахуй! Все, заебца! Отлично. Кто там, блядь? Ага, привет. Бля, он еще живой! Давай. Тайминг. Где? Я рандомно стрельну, я вижу, что там кто-то есть. Все захватил уже? Где он? А, здрасте.
Уля, пизда-то, не, вот это в стиле Far Cry 3, реально. Так, ну осталось последний, так сказать, центр связи. Я случайно? Вообще случайно, честное слово, блядь. Так, хуя, они тут что делали-то? Втроем, тройничок был. Так, ну-ка. Что там, сзади, что ли? Блядь, сзади атакуют. Сейчас мои все... О, мульти... Мультиубийство X2. Бля, просто разъебал, блядь. Просто разъебал. Реально. Да какой огонь, блядь, расслабься, все нормально. Еще кто-то бежит, что ли? Бля, кто-то еще. Встретитесь с золотым путем. Вообще не проблема. О, привет. Так. Тут там реально... Они там еще где-то... Сколько их вообще интересно? Вот если подсчитать всех врагов здесь, да? Интересно, блин, не попал, ну и ладно. Ой, бля, испугался нахуй. Испугался. А это что мне тут сюда, зачем? А, ну, в принципе, хорошая мысль, можно для разнообразия. Так. А мне там не пострелять немножко. А я оттуда что ли поеду сейчас? Да убейте уже этого одного, блядь! Ладно, я надеюсь, они справятся. Надеюсь, бля, он не справился. Хуёво. Мне нужно его как-то выкурить, блядь, а он справа. Ебать! 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 Моя циркулярная пила ничем не хуже, конечно. Ладно, похуй, нормально, нормально. Для разнообразия, для разнообразия. Так, где еще? А, вон, 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 вон. Пиздец. Пиздец. Ну им это точно не понравилось, я уже понял. Бля. Вертолет? А, здрасте, блядь, я не заметил сначала. Бля, перегревается, сука. Блядь, да не-не-не, нормально, нормально, я справлюсь с этой хуйней. Ух, ебать, красота, нахуй. Кто там еще? Еще кто-то остался? Все. Нет, ну все, машина приехала. Машина уедет сейчас, машина уехала. Блядь, не попадай, иди сюда под прицел, красавчик, молодец. И еще один там кто-то. Надеюсь, пацаны там справятся. Все, я всех повалил. Еще? А, привет. Иди сюда. Иди сюда, говорю тебе. Да не ты, иди. Иди сюда, иди сюда, я иду. Кто там, блядь, вы что, издеваетесь, блядь? Ну они прикалываются, что ли, реально? Какой-то пацан, блядь, храбрый слишком. Так, ладно, я дальше сел. Ага. Сражда, пиздец. Вот это нихуёво, блядь! Уху! Ну все, что... А, ебать, а как её? А можно так? Уху! Нормальная хуйня. Меня что, блядь? Пейган Мин, блядь, снял? С ракетницы, что? Бля. Ну даже не знаю, на самом деле. Ладно, похуй. Что, не падает? В смысле, падай! Блядь, я хотел отсюда посмотреть, просто это, наверное, выглядело бы эпично. Так, а что там мне предлагают сделать? Каким еще вариантом? Что тут можно сделать? А, ну просто я... А если так, ну-ка? Бля, да она вообще хлипенькая какая-то! У-ху! Бля, это что, доебал с своими копиями, бля? Где уже настоящий фу, блядь, это Пейган? Ага, сейчас довоебывается. Он сейчас довоебывается. Как так? Из чистого, мать его, золота! А где она? А, вот куски. А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Прах праху. Я открыл ворота. Направляюсь во дворец. Армия Граля контратакует. Мы не поможем. Я захожу. Да поможет тебе Кира. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Что там я могу по навыкам прокачать? Все, что можно. Бля, инъекторы боюзать, да? Не забывать. Пиздец, сколько я их... Один раз за все время? Ладно, потрачу тут на все, блядь. Хотя улучшение кармы мне уже не нужно. Вот так вот пойдет. Такое, блядь. Так, и что? Получается, что таким образом... Стоп. Я что-то не понял, блядь. И чё, чё? Всё, в смысле? Уже всё, что ли? В смысле, сегодня концовка, что ли, будет? Неожиданно, нежданно, негаданно, блядь? Не, ну ладно, я, конечно, не против. А чё, блядь? Неожиданный поворот такой будет. Я, ебать, сегодня реально думал... А почему, где он, я не понимаю, сидит-то? Он наш... Он... А, то есть... А то это что? Крепость, это просто его как бы так себе, а то, сам он тут...
А, ну здесь же все и начиналось-то, получается. Так, ладно. Какой-то эпичный саундтрек заиграл, значит, разборка сейчас точно грязет. Сейчас будет какой-то пиздец. Ну что, я уже подъезжаю, Пейган! Пейган Мин, ёбаный в рот, блядь! Королевский дворец, ё-моё, вот звучит-то серьезно. Ну я приехал, блядь, открывайте двери, называется. Ну что, выходи. Так, ха-ха-ха, с центрального входа, никакой охраны, никого нет. Здравствуйте, контрольная точка, так, отлично. Разберитесь с Пейганом, какие проблемы? Никаких проблем? О, давай. Чё, серьезно, что ли? Да не, не может быть, так это получается... Входи. Прости, что так скромно, я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Это он всех послал, что ли, туда, блядь? Сначала вопрос. А. С кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Бля, сейчас доумничается, нахуй. Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу, присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя, что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да, побудь здесь, попробуй этого краба, не уходи, я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе. А, там же концовку можно было это. Довели дело до конца. А что было бы-то, если 14 минут реально Очевидно, подождать? Очевидно, это второй вариант. Надо бы посмотреть, как это... Посмотрю его потом на ютубе. Который... Меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем. Бля, что, выбор, что ли? Отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Блять, так как я... Подождите, стоп! Это, походу, и есть выбор концовки, что ли? То есть... Не, мне, я бы просто его ёбнул, конечно. Но, с другой стороны, мне пиздец как интересно, что будет, если... Ну, так он же ёбнет, он же хитрый пиздец, он же... Бля, это надо... Мне сейчас нужно минуту на размышление по любасу, блядь. Потому что как пойти просто? Реально забить и посмотреть, что было бы... Ну, что будет, если... Не убивать его или просто сейчас убить? Бля... Ребят, минута... Минута на размышление. В общем, друзья, подумал, и вот что решил. Я рискну и не буду его сейчас мочить, хотя наверняка это что-то типа, наверное, плохой концовки, хрен знает. Потому что, ну, то есть, с одной стороны, столько времени ушло, чтобы добраться до этого Пейгана, чтобы с ним разобраться, и сейчас есть шанс, но, судя по всему, будет выбор не убивать его. И я более чем уверен, что это закончится, наверное, смертью Аджая, ну, типа, если логически подумать, то, что он как-нибудь сейчас схитрит этот Пейган и наверняка разберется с Аджаем, и, может быть, это будет концовка, хрен знает. Короче... Ну, типа, блин, я не знаю, хотя, с другой стороны, непонятно, может быть, если я его сейчас убью, это, на самом деле, двойник его какой-нибудь. Короче, ладно, я выбираю... Нет, я ничего не выбираю. Давайте не буду я его стрелять. Что будет? Не знаю, как большинство делало, но я попробую так. Так. Все, пизда. Кого ты убил? Амиту? Сабала? Вообще, я никого не убил. Я и так это знаю. Но все же... Хочу услышать от тебя. Сейчас будет какая-нибудь подстава. Мой глазом не моргнул. Иди пень. Что ж? Ты понимаешь? Все пизда, да? Без боя отдаешь свою страну. Да? Она всегда была твоей. Кират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано. Еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю.
Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Еще подстава будет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Что он, блядь, реально хочет отвезти меня, типа? Да нет, ну хуйня, нет, сейчас все это будет. Сейчас, блядь, пистолет достанешь. Пойдем. И маму захвати. Так. Пойми, мальчик, эта урна — все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я, после того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. О, да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них? Блять, пиздец запутанно. Но потом нахуй. Я понял. Смерть Лакшман была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед. Делай то, что должен. Что, блядь, как-то... Тут, ну, как бы... Воссоедините маму с Лакшманой. Так. А что-то он как-то... Подставу-то... Я люблю тебя и всегда буду с тобой, мама. Так. Все? За мной прилетели, блин? Он реально сдался, а сдал типа. Но оставлю себе вертолет. Просто вот так вот. А, я могу его захреначить, типа, сейчас тоже, или что? А если я постреляю. Блять, или что делать-то? Это тоже какой-то. Блять! То есть я мог его... То... Чё? Типа, подождите, стоп! Так это получается, значит... Что? Что? Нет, стоп, 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 стоп! То есть я мог и не стрелять же по нему, получается, сейчас. Я реально попробовал, просто увидел красную этот самый... Да ладно, блять! Так. Ладно, допустим, хорошо. Это еще не... Мёртв. Хорошо, брат. Все закончилось. Бля. Да, нашел Сабал. Мама покоится с миром. Спасибо. Кират свободен, брат. Благодаря тебе и Махан обрел покой. Вернись домой. Мне нужен помощник. Кират должен вернуться к истокам. Так, стоп, блять. Я что-то сейчас нихуя вообще. Так, это еще. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Чё, все походу, да? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да. А мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться. Может, не убил кого?
Я о том же, Дональд. Блять. Йоги, дебил. Дунем? Дунем? Бля. Трек, кстати, спасибо. Кайфовый. Трек кайфовый. I got you 50. Бля, я знаю микс на эту песню. Вот, я не знал, что он отсюда пошел. Как раз в то время он был популярный, этот микс. Брат, на эту песню. Пейгана больше нет. Бля. Займи крепость Райга для Золотого Пути. Ну пиздец. Ну что, друзья? Я что-то немножко... Сейчас, понимаете, что в конце мое решение, которое... Я реально решил попробовать. Типа, я увидел такой красный маркер. Ну, у меня был выбор по любасу. Хотя неизвестно, что меня бы не ждал сюрприз, и Пейган просто бы улетел. Может быть, по-другому бы все закончилось. То есть я в последний момент все-таки его, получается, грохнул. То есть, получается... Стоп, а сколько концовок-то? Типа, я его мог сразу... убить, видимо. А может, у меня не получилось бы, или еще какая-нибудь другая херня. Короче, я сейчас в любом случае пойду после этого смотреть все концовки, все варианты. У меня какая-то вот из... Самое главное, что... Учитывая, что я... Ну, наверное... А может быть, все одинаково бы закончилось. Просто я мог его либо отпустить, либо не отпустить. В общем, я в любом случае сейчас гляну концовки. Друзья, ну вот как-то так. Такая развязочка. Но вообще, персонажи, как обычно, Far Cry, все странные. То есть, Пейган сам по себе... такой злодей неадекватный. У Сабала и у Амиты тоже спорные какие-то непонятные там предпочтения и взгляды на жизнь. И как бы по сути, то есть... Ну, королем стал в итоге Аджай. Может быть, концовка заключается в том, что не он мог стать королем. Блять, я не знаю. Короче, в любом случае, Пейгана я ёбнул. Причем даже не осознав еще до конца, что это реально можно сделать уже тогда. Потому что он вроде улетает. Я думаю, бля, по приколу постреляю. В итоге я его ебанул. То есть я его, видимо, все-таки мог оставить живых. Ну вот такая вот у меня концовка, друзья. Far Cry 4 позади, все равно, знаете, если Far Cry 3, вот так вот даже после прохождения Far Cry 4, я могу сказать, что для меня... Потому что для меня была следующая ситуация. Far Cry 3, когда он вышел, я, конечно, в него тогда там, блядь, ну, не знаю, минут 30-50, час-два максимум наиграл. И то это был там что-то типа онлайн, который там был добавлен. Ну, чисто угар, я не вникал ни в сюжет, вообще не понимал, что я толком играю. Просто вот, то, типа, вышел Far Cry 3, надо попробовать, все. И с того времени я эту игру никогда больше не запускал и не играл в нее. Far Cry 4 я вообще никогда не играл. И играл как бы Far Cry 1 еще тогда, очень давно, когда он вышел, он тоже его не проходил. И, соответственно, для меня Far Cry 3, когда я решил его именно пройти, это оказалось что-то прям такое открытие. Я был реально в шоке от этого безумия, которое там происходило. Реально, ну, и как бы смешно моментами, даже частенько. И как бы реально какой-то пиздец происходил постоянно. И как бы мне реально понравилось все это. Ну, это интересно, реально игруха получилась такая. Но Far Cry 4, я считаю, что не дотягивает до этого всего. Слишком такой, ну, не самый интересный сюжет, который мог бы быть, как по мне. Конечно, безумия хватало, но не так много, как в третьей части. Ну и плюс ко всему, у меня такой, знаете, был контраст. То есть я не был знаком с Far Cry, и, конечно, третья часть, учитывая, что для меня это, грубо говоря, была первая, которую я прошел, она прям, ну, максимум такой в себя включала, и... Я впервые вообще понял, что к чему. И еще за счет этого, конечно, дополнительный балл Far Cry 3 получает. Я думаю, что если Far Cry 3, ну, чуть ли не 10 из 10, потому что, ну, я уже, честно, подзабыл, может быть, какие-то вещи там мне что-то так сомнить, ну, даже если девятка, да, типа, идеально не может быть все, типа, 9 из 10, допустим, то Far Cry 4, я думаю, где-то 6,5, 7 из 10, потому что, ну, не знаю, вот мне, прежде всего, сюжет не так сильно порадовал, ну, в принципе, так все понятно в целом. Ну и меньше какого-то безумия вот такого было. Поэтому очень интересно, что будет в Far Cry 5. Собственно, мы к нему перейдем после того, как я все-таки попробую пройти DLC. Точнее, это даже, по-моему, как отдельный Far Cry. Такой коротенький, вот этот Primal. Там что-то, блядь, про этих... вот, ну, вот этот вот, короче, Primal что-то там он называется. Потому что многие просили, считают, что это хорошее дополнение. Или, опять же, отдельное такое ответвление Far Cry. Попробуем, по крайней мере. И, опять же, вы знаете, если я, ну, типа, пойму, что это что-то мне неинтересно, то, как бы, смысла, наверное, и нет проходить. Но я думаю, что мне будет интересно. Потому что так в целом уже посмотрел что-то там, где-то видел вообще, что это из себя представляет. Вот, но, если честно, не смотрел, про что вообще там конкретно будет сюжет.
Поэтому попробуем. Вот, посмотрим, там еще DLC было для Far Cry 3. Может быть, какой-нибудь из, потому что там есть про этот, типа, а-ля про... Даже не знаю, киберпанк или как правильно это сказать, не киберпанк. Но оно показалось мне не очень интересным, там просто мочилово какое-то и как-то меня не привлекло. Так что, друзья, в любом случае, какое-то из DLC или ответвлений Far Cry мы перед пятой частью затронем. Начнем проходить в ближайшее время, а потом перейдем к Far Cry 5. В общем, друзья, очередная пройденная игра в копилочку, в мою коллекцию Far Cry 4. В целом, ну ничего так. Но я говорю, после третьего Far Cry, который показался мне реально лучше, сложно как-то вот оценить в целом. Но все равно Far Cry, он и есть Far Cry. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, как вам именно Far Cry 4 по сравнению с Far Cry 3. И также, кто играл и проходил Far Cry 5, без спойлеров, пожалуйста, просто вот так вот. Ну, так вот, можете свое мнение краткое набросить. Как вы считаете, Far Cry 5, он лучше, чем Far Cry 4? Или же хуже еще? Было бы интересно прочитать. Я все-таки надеюсь, что он получше Far Cry 4, и может быть даже чем-то приближен к третьей части. Но, опять же, я тоже ничего пока не знаю. Огромное всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. Всем удачи и всем пока-пока. Ну и напоследок, друзья, также, конечно, прокомментирую, что полностью... Так, сейчас я хочу сохранить и выйти, посмотреть, сколько процентов игры пройдено. Конечно, далеко не 100%. Здесь намного больше всяких дополнительных заданий, но я считаю, что Far Cry 4 и так подзатянулся. Главное, что мы прошли основную сюжетную линию, то есть... Я считаю, что это самое главное. Ну и, в принципе, я старался, конечно, захватывать доп-квесты, но не все. Но, в принципе, я там, когда прохожу и всякие... Другие игры я тоже не всегда прохожу их на 100%, 33% выглядит, конечно, как-то печально, но что получилось, то получилось. Так что, друзья, огромное всем спасибо, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.